Администрация Сергиево-Посадского округа напоминает, что сергиево-посадские предприятия могут получить субсидию на лизинг и модернизацию производства. Прием заявок на участие в конкурсе начался 25 апреля. Ранее Единый центр поддержки предпринимательства провел встречу с представителями бизнеса, во время которой рассказали подробности получения субсидии. Так, в рамках программы поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать до 50%, но не более 10 миллионов рублей, затрат на покупку оборудования, а также до 70%, но не более 5 миллионов рублей, от авансового платежа по договору лизинга. Для получения финансовой господдержки нужно подать заявку на портале госуслуг Подмосковья. Прием заявок продлится до 24 мая. Более подробную информацию можно получить в офисе «Мой бизнес» по адресу улица Вознесенская, дом 55, 5 этаж, или по телефону 8 496 551 09 10.